Телеканалы, онлайн-ресурсы, информагентства. Все собрались в Белэкспо. 22-я международная выставка СМИ в Беларуси начала свою работу в Минске. На одной площадке представлены более 1500 СМИ, не только белорусские, но и из России, КНР, Болгарии, Литвы, Азербайджана, Украины, Латвии и Германии. В Белэкспо сейчас работает наша съемочная группа. На прямую связь со студией выходит корреспондент Ольга Медведь. Ольга, здравствуйте. Что в эти минуты происходит на форуме? Добрый день, Анастасия. Более 1000 квадратных метров под фигурной крышей Белэкспо разделены на 4 сектора для поклонников масс-медиа любых возрастов. Основная программа, конечно же, разворачивается на сцене. Сейчас, в эти минуты, там проходит церемония открытия. С 10 утра более 50 экспонентов стартовали со своими презентационными программами на таких мини-локациях. Всего расскажут и покажут о 400 средств массовой информации. И это не только телерадио, холдинги, печатные издания или интернет-порталы Беларуси. Традиционно у выставки международный формат. В этот раз представят свои масс-медиа прибыли Россия, Украина, Казахстан, Латвия, Литва, Польша. Экспонентами стали также посольства КНР и Турции. И впервые на форуме СМИ из Салехарда, Ямало-Ненецкого автономного округа. Выставка СМИ в Беларуси отражает весь спектр информационного пространства, которое, к слову, с каждым годом совершенствуется согласно новым тенденциям. И если лет 10 назад корреспондентов отсюда необходимо было мчаться на эфир, то теперь мы вещаем прямо с места событий. Также можно задействовать и интернет-ресурсы, например, в соцсетях провести стрим. Ну а сейчас я прошу наших режиссеров запустить фрагменты интервью, которые были записаны ранее. Мы очень рады, во-первых, оказаться в Минске, в Беларуси. Мы привезли выставку, которая рассказывает обо всех основных окружных средствах массовой информации. Это телевизионные два ГТРК «Ямал» и ОГТРК «Ямал Регион», а также все окружные печатные СМИ, которые представляют северное издательство. Это несколько журналов и газет, в том числе на языках коренных народов Севера. В этот раз мы с большой радостью тоже участвуем, потому что это очень хороший случай для показания нашей китайской культуры, китайской истории, китайской современной техники. Да. И в то же время вот здесь мы можем познакомиться с белорусскими СМИ, да, и с белорусскими слушателями, посетителями. И это тоже для нас очень хорошая возможность. Хорошо, я буду после... 22-я международная специализированная выставка СМИ в Беларуси поддержала год малой родины. Этой темой объединены фотовыставки, специальные выпуски печатных изданий, телеролики, викторины, квесты и многие другие презентационные мероприятия. Кстати, к ним представители масс-медиа подходят особенно ответственно, и каждый раз представления напоминают небольшие шоу. Стенд Бел телерадиокомпания открыли каналы «Беларусь-1» и спутниковый телеканал «Беларусь-24». Уже завтра свои презентационные программы представят «Тройка» и «Пятерка». Ну а завершать выставочный марафон будет единственный в нашей стране молодежный телеканал «Беларусь-2». У них наиболее яркая и красочная презентация. Так, например, наши коллеги прямо здесь, в Белэкспо, проведут кастинг ведущих. Анастасия. Спасибо, Ольга. В Белэкспо в столице открылась международная выставка СМИ в Беларуси.